Всем здорово. У меня к вам срочный вопрос. У кого есть дома ПЗ-26, ПЗ-27 там, или ПЗ-30, прошу вас, пожалуйста, посмотреть, как у вас. Смотрите, есть тут жиклеры, воздушные жиклеры. Правый это главный. Для главного жиклера воздух поступает. Левый это для жиклера холостого хода. И почему-то, давайте посмотрим, для главного жиклера калибровка намного меньше. Смотрите, какая там дыра для жиклера холостого хода. То есть больше воздуха подается, хотя жиклер намного меньше. Ну, допустим, 40-й. А главный жиклер 105-й. И для него почему-то отверстие намного меньше. Поэтому я вас прошу, у кого есть дома лежат ПЗ-30, ПЗ-27, ПЗ-26, прошу вас посмотреть и написать мне в комментариях, я буду ждать ответ. Вот купил тоже другой карбюратор, и тут тоже, смотрите, справа для главного жиклера. И слева тут две версии. Либо они по ошибке путают местами, либо все так же и должно быть. Поэтому мне нужен точный ответ. Я не буду пока спешить ставить их. Буду ждать ваших ответов. Ну, по логике вещей, жиклер, главный жиклер же больше, ему нужно больше. А тут почему-то наоборот. Для маленького жиклера большая дыра, для большого жиклера маленькая дыра. Возможно, из-за этого у меня плохо и запускается он. Из-за того, что поступает много воздуха для маленького жиклера. А возможно, я ошибаюсь. Всем спасибо за внимание. Жду ваших ответов, советов.